успех – это постоянное движение. Постоянное. Не надо позволять ситуациям более владеть вашим мышлением. В этом рост. Каждый раз, когда вы решаетесь на что-то, ты действуешь ради цели. Именно поэтому там, где есть цель, там и будет результат. Что нас сделает сильнее? Чтобы стать сильнее, мы должны упасть, потрогать, узнать, как лучше. И кто ты сейчас? Вообще не важно. Главное, куда ты направляешься, имея веру. Наша вера, ребята, заставляет нас заниматься. Вера в уникальность, которая есть у каждого. Хватит прозябать в серенькой жизни. Твой потенциал изо всех сил орёт, что ты способен на большее. Продолжая действовать так, какая хрень бы ни случилась на твоем пути, ты поймешь, что любая вещь становится возможной. Две формы боли. Одна ломает тебя, другая изменяет. Чего бы это ни касалось, твои отношения, обучение, фитнес, твоя карьера, твоя подпись под этим всем. Это, сука, важнее всего и всех. Это твое имя. Все, что у тебя есть. Только не сливайся.